Только за прошедшую неделю рост цен на самый популярный бензин составил 60 копеек, на пропан – 2 рубля. Самые высокие тарифы зафиксированы общественниками на автозаправочных станциях в Челябинской области. Если в столице Южного Урала стоимость 92-го бензина колеблется в районе 38-40 рублей за литр, то в области минимальная цена составляет 41 рубль. Больше всего от роста цен на топливо страдают аграрии, которые, по их словам, оказались в сложной экономической ситуации в период сельскохозяйственных работ. Между тем, специалисты Общероссийского народного фронта продолжают мониторить ситуацию и ждут новых сообщений горожан о завышении цен на топливо. Вся собранная информация будет передана в правительство Российской Федерации и антимонопольную службу.